Друзья мои, я сегодня расскажу, чем отличается наша мясорубка от вашей. Чем именно наш кованый нож отличается от обыкновенной мясорубки. Обязательно расскажешь, но я напомню нашим телезрителям, что сегодня действует специальная цена на самую любимую брендовую мясорубку наших телезрителей. Бренд Redmond. Скоростная, суперскоростная. 1,6 килограмма фарша за одну минуту. И сегодня, приобретая мясорубку, вы получаете бесплатно вот такие насадки для изготовления сосисок, колбасок, для изготовления котлет, кибе, для изготовления фарша. Смотрите, крупная есть мелкая насадка, но это еще не все. Делая покупку сегодня, сейчас, во время прямого эфира, вы получаете подарок. Вы любите подарки? Это специальный гель для мытья рук, чтобы ваши ручки, знаете, если ранки, быстро заживлялись и всегда были гладенькими и свеженькими. Итак, друзья мои, я сейчас сначала подвергаю. Это наш нож. Я сейчас специально его бью металлическим молотком, чтобы погнуть. Что, если он погнется, я потом мясо не прокручу. Но смотрите, я, казалось бы, все, побил его, показываю, он идеально плотно прилегает. Но чтобы вам еще доказать эту плотность, смотри, прям этим же ножом в прямом эфире я вам доказываю, как качественно за 1,6 килограмма фарша в минуту приготовит наша мясорубка. Здорово! Смотри. Ой, сейчас надо собрать. Так, друзья, напомню, что сегодня действует цена красного цвета 2899 рублей. И хорошая, самая максимальная скидка. Олег, покажи мясо покажи, прожилка. А что тут показывать? Вот все очень просто. Я даже вот так вот поверну и покажу следующее. Ты как без всякого толкача он проходит. Вот этот кусок покажи. Пожились, Оля упрямая. Смотрите. А я, помните, только что подвергал этот нож насилию. И я даже не проталкиваю, потому что наша мясорубка мощная, и она справляется с 1,6 килограмма фарша в минуту. Оль, такого в истории. Супер! Супербыстрая мясорубка! Да посмотрите, мы только разболтались, буквально минута прошла, даже меньше, несколько секунд, а у нас уже целая тарелка фарша готова. Вот скажи, пожалуйста, вот если мы за час сколько могли бы сделать... Так, я попрошу тишины. Внимание! За час эта мясорубка делает 96 килограммов фарша. Олег, 96. Вот такая маленькая, ты представляешь? У меня к тебе предложение. Давай откроем свой мясокомбинат. Будем продавать качественный фарш вдвоем. Давай откроем. Но давай сначала взглянем, как вы делаете. Давайте вспомним про этот кошмар. Оля, прокомментируй. Итак, друзья, внимание. Если вы до сих пор мучаетесь, делая фарш при помощи вашей старой мясорубки, портите столы всей семьей, прокручиваете нечто похожее на фарш, сок весь выходит, сам и смак. Это не соковыжималка, друзья. Это должна быть нормальная мясорубка, но она уже изжила себя. Выбрасывайте и заказывайте нашу новую 1,6 килограмма фарша за одну минуту. Множество насадок и супер цена 2899 рублей. Эта цена только сегодня. Итак, друзья мои, давайте расскажу комплектацию. В чем особенность и как она просто разбирается. Во-первых, все очень просто, легко за ней ухаживают. Разобрали и все. Вы получаете, вернее, Оля, ты наконец-то получаешь и меняешь свою старую, прости. Компактное решение, которое легко помещается на твою кухню. Специальные есть вот эти вот присоски, которые фиксируются на столешнице. Чтобы она не елозила. Во-первых, это бренд Redmond. Это с приличной историей. 20-летней на рынке. Она известна и в Европе, и в Азии также. Дальше. В комплекте. Помнишь, я тебе говорил про нож? То, что это которого ты пытался разбить. Я его бил, специально видела. Попытался гнуть. Но он не погнулся, потому что здесь имеются специальные ребра жесткости. Плюс он сделан, Оль, в отличие от других, от стали, а не из алюминия. Здесь 4 лопасти и плюс специальные ребра жесткости. С этим ножом ничего не произойдет. И теперь смотрите, дальше. Раз насадка идет в комплекте, крупная для приготовления чебуреков и для пельменей. Подождите секундочку, хочу вот это показать вам. Здесь металл. И здесь металл. Нету никаких пластиковых соединений. Круто. Значит, никогда не сломается. И заказывая прямо сейчас,
Оля, что наши получают телезрители? Специальный гель для мытья рук с пробиотиками, чтобы ручки были хорошие и здоровые. Кстати, ты знаешь, вот, да, понятно, на телеканале Шоппен-шоу мы дарим подарки. Да. В интернете подарки никто не дарит. Но многие скажут, да зачем мы будем заказывать на Шоппен-шоу? Зайду в интернет, зайду на сайт Redman. Сколько стоит такая мясорубка? Олечка, давай, мы много говорим, давай лучше сходим. Да, вот прямо сейчас мы заходим на наш сайт Шоппен-шоу. Нет, друзья, это бренд Redman. 3995 рублей. Это официальный сайт нашего поставщика. Вы думаете, такая цена минимальна? Ну, понятно, что все так размышляют. Это та же комплектация абсолютно. Здесь нет, правда, подарка, но все абсолютно то же самое. Теперь давайте вернемся к нам. Ну, там почти 4000. А у нас 2899 рублей. Но эта цена, она действует только сегодня. И скидка 1500 рублей. Она также доступна, пока вы наблюдаете в наличии нашу брендовую мясорубку. Все насадки также в комплектации. Олечка, я, наверное, сейчас не буду демонстрировать филе рыбное с костями. Потом мы приготовим, давай, колбасу. Давай. Потому что я знаю, что ты сталкиваешься с такой проблемой приготовления колбасы. Да, ну я не сталкиваюсь с проблемой. Многие телезрители со мной согласятся, когда в магазине покупаешь готовые колбаски, там либо перца не хватает, либо соли. В общем, что-то не то. Здесь мы готовим сами колбасу домашнюю, потому что вот эта насадка идет в комплекте. А значит, вам не придется покупать, просто готовьте сами. Кстати, кишку можно свободно купить. В магазине, ты мне говорил, я вначале думала, где же такую кишку заказать? Нет, легко. Слушайте, ну давайте еще в качестве примера рыбный фарш покажем, как готовить. Оль, вот смотри, у меня здесь приготовлено рыбное филе, так. Олечка, оно с костями, принципиально. Я здесь насаживаю маленькую насадку. Мелкую. Их две насадки в комплекте. Включаю. И смотрите, за мной следим. Отправляем. Раз. Смотрите. Все очень просто. Мгновение, и уже готовые котлеты рыбные. Гениально. Быстро. Главное, очень быстро. Ну и самое главное. Смотрите, даже костлявую рыбу можно перемолоть, чтобы косточки не ощущались, для того, чтобы сделать вкусные рыбьи котлетки. Если вы рыбачите, если ваш муж периодически приносит вам рыбу, и вы думаете, боже, опять рыба, она костлявая, как мне ее готовить? Делайте котлеты, наготовьте много-много фарша, заморозьте его, а потом, ну, будете размораживать и делать вкусненькие котлеты. Оля, а теперь посмотри, пожалуйста, что сок весь остался внутри. Вот, да. Это главное. Вот я даже просто сейчас продемонстрирую. Смотрите, я сдвигаю фарш, обычно сок отдельно, а здесь сок остается в мясе, в рыбе. То есть, значит, мы получаем качественный продукт. Прекрасно. Качество. Мясорубка Redman 1,6 килограмма фарша за одну минуту. 1500 рублей. Это сегодняшняя скидка. И все, что вы видите сейчас на экране, вы получаете абсолютно бесплатно. Это приложение плюс гель для мытья рук. Итак, это профессиональное качество. Профессионал на вашей кухне. Мясорубка Redman 1,6 килограмма фарша в минуту. Заказывайте.